Когда-то людей, говорящих о конце света, сажали в психушку или высмеивали. Или все сразу. Их никто не принимал всерьез. А может, стоило. Но я забегаю вперед. Лучше я начну сначала. С похищения Дезмонда Майлса, моего сына. Он... У него не было ни амбиций, ни планов на будущее. Зато было наследие, которое он отверг. И чуть не поплатился жизнью. Его посадили под замок. Они думали, он сможет найти для них одну вещь. Яблоко. Один из артефактов, что мы звали частицами Эдема. Остатки древних технологий, разбросанных по земле. Тайные, явные, всегда опасные. Большую часть собрали те, кто похитил Дезмонда. Для всего мира Абстерго Индастрис. Для нас тамплиеры. Вечные враги. Мы сражаемся тысячи лет. Дольше, если рассказы об их происхождении правда. Да, так и есть. Я видел все сам. В этом прелесть и ужас Анимуса. Это устройство позволяет нам переживать судьбы наших предков. В его силах изменить все. Показать историю, подлинную историю. До его создания победителю досталось главное – правда. Но мы это исправим. Освободим тела и души. Но в наших силах немногое. Тамплиеры держат верх в наши дни. Но близится нечто большее, чем ассасины и тамплиеры. Больше всех нас. Если мы не сможем остановить его, этот месяц станет последним. Последним для всех. В конечном счете все сводится к нему. К Дезмонду. Анимус открыл ему его наследие. Дезмонд увидел, как жили его предки, открыл их секреты. Он тренировался. Каждый предок в считанные дни передавал ему опыт, копившийся много лет. У нас вышло. Вероятно. Надеемся. Скоро мы будем знать. Зловещая дата близится. 21 декабря 2012-го. Никто не знает, что она принесет. Лишь то, где нам надлежит быть. В этот день. Они направляли нас своим извращенным способом. Голоса первой цивилизации. Голоса предтеч. Расы предтеч, чья сила безмерна, а цели неизвестны. Это они создали частицы Эдема. Вот куда его привели. А с ним и нас. Он стоит у входа в давно покинутое место. А с ним знания Альтаира и способности Эцио. В его руке яблоко Эдема. А мы стоим рядом, готовые помочь, если сможем. Его имя Дезмонд Майлз. И он привел нас к концу.